Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня для меня очень большая честь поздравить со столетним юбилеем Республику Чувашия. Согласно легенде, старик Шупаш был очарован прозрачными водами реки и замечательной атмосферой природы. И думаю, что это очень верно и сейчас. Каждый, кто попадает в Чувашию, навсегда оставляет в своем сердце замечательные воспоминания и очень теплые чувства. Я тоже очень люблю республику, очень люблю атмосферу, в которую ты попадаешь, приезжая в замечательный город Чебоксары. И очень хорошие люди, наполняющие добротой и теплом каждую минуту нашего общения. Действительно, для меня очень большая честь поздравить вас со столетним юбилеем. Чувашия сегодня – это не только богатая история, это очень перспективный, очень интересный регион. Желаю вам счастья и удачи во всех ваших начинаниях. Конечно, сейчас самое главное – это здоровье, но я бы также хотел пожелать веры, настойчивости, и успех обязательно придет. Со столетним юбилеем, замечательная Чувашия. Удачи и успехов!